Капитан Барбосса! Запускайте начало этого ролика! Как юришка, ребятюшка, с вами снова Эдисон, и я кормлю мне в задницу. А! Опять мне что-то на башку свалилось. Бутылка рома мне под мышку. Акула Анжела! Хренак отсюда! Свалила отсюда! Разлетали здесь куропатки зубатые! Капитан Барбосса! Неси бутылку рома и куртизанку! Не надо куртизанку. Дети, забудьте это слово, пожалуйста. Забудьте это слово, пожалуйста, не запоминайте. Не надо. Якорь меня в страху! Хочу спать! Как... Эдисон, протрезвей. Все, нормально. Жив, здоров, прекрасен, симпатичный. А добро пожаловать в новую серию Рафта. Именно сегодня мы завалим эту Твою мать. Мы завалим эту летающую куропатку. Мы попробуем мамкин компотик, который мы сами заварганили в предыдущей серии. Только я пока что не понимаю, как его выпить. Нам 100% нужна глина, а где взять глину, я тоже не понимаю. Да-да-да-да-да, дракон из Игры Престолов. Как раз таки мы тебя и завалим в этой серии. Поэтому ожидайте, месье. Подождем, пока вода очистится и превратится в пастеризованную, питьевую, нормальную воду, а не морскую соленую. Кто-то там что-то кусает, акула Анжела? Ты там с ума сошла опять, или мне кажется? О, давай, баскетболист, прок! Слышь, собака, ты где? Иди сюда. Он и так попал, как? Прям в сраку. Засадил Анжелки. Мне нужно как-то решить, как мне, и точнее, где мне найти глиняную миску. Скорее, а у меня есть глина? У меня есть песок. Глина это вроде не песок, как я знаю, да? Если ты рад новой серии Рафта, если ты хочешь продолжения, если ты хочешь... А, не попал, да, в этот раз, черт зубатый. Если ты хочешь продолжения, если ты хочешь видеть больше подобных серий, больше подобных игр, и если, в принципе, хочешь, чтобы на моем канале ролики выходили еще чаще, подпишись, пожалуйста, прямо сейчас. Кто не подпишется, видишь это копье? Знаешь, куда я вставлю тому, кто не подписался? Туда же, куда я вставляю его каждую серию Анжелки. Подпишись и поставь лайкусик, а у нас будет много всего интересного в этой серии. По крайней мере, я на это очень сильно надеюсь. Сейчас я планирую найти песочек, если акулка Анжелка мне ничего не откусит. Точнее, не песочек, Анжел, не вздумай, мы с тобой давно знакомы. Мы с тобой дружная семейка, да? Да, Анжелка? Да. Не вздумай, пожалуйста, откусывать мне срачку. Пожалуйста, что это такое? Это глина или это песок? Не вздумай! Песок! Па! Не вздумай, Анжел! Где глина? Мне нужна глина! Глину, дай мне глину! Это что, это камень? Это камень, это не глина, это песок! Это тоже писает. Вот глина. Все, свали! Собака сутулая! У меня сердечко! Половина сердечка! Чё за дичь? Как я сдох? Что я сделал неправильно? Я вроде не умирал. Мать твою за ногу! Как так-то? Что я неправильно сделал в этой жизни, что вы так со мной? Вы чё, мать вашу, издеваетесь? Я же все просрал. Я просрал все свои ресурсы. Все, что у меня было. Анжел, мать твою, ты чё издеваешься, а? Ну как так? Ну что я тебе сделал? Ребят, я первый раз умер за все прохождение Рафта. Это не есть хорошо. Я выполню свое обещание. В этой серии... Я не знаю, я много чего... Иди сюда, собака сутулая. В этой серии я много чего плохого сделаю с Анжелой. Я много чего плохого сделаю... Собака, ты сутулая, но честное слово... Это песок! Мне не нужен песок! Анжела, не вздумай!
Иди в чё, к чёртовой бабушке! Иди нафиг, я сейчас опять сдохну! Всё, пфу, пфу на эту глину! Мам... Дурдом какой-то, честное слово, дурдом. Если бы глина была где-то вот здесь рядом, я бы её добыл, но я больше туда спускаться не буду. Всё, нафиг эту глину! Я не хочу ещё раз умирать! Фух, так, Анжела, иди в сракотан, пожалуйста, просто в сракотан. Мне нужно сделать лук... Ага, у меня нет сока лианы, да? Есть сок лианы, мне... Нет, у меня только один сок лианы. А, божечки, божечки, а что же мне делать сейчас, у меня такой вопрос. Ладно, добываем растения. Нашел себе занозу в заднице, честное слово, вот нашел себе просто работу. Ну зачем, ну Эдисон, ну зачем тебе понадобился этот мамкин, ёпты, мамкин компот, который я до сих пор не выпил. Анжела, ты сволочь, запомни это, пожалуйста. Так, хорошо, что мне еще нужно сделать, чтобы отправиться? Топорик, топорик мы тоже с вами сделаем, болт тоже сделаем. Сейчас нам нужно сделать лук, но для этого дождемся еще одного сока лианы. Пока сок лианы готовится, я приготовлю себе стрелы. Ага. Ага. А как я приготовлю себе стрелы, если у меня... Пластик есть, пластик есть. Я большой молодец, то, что у меня есть пластик. У меня нет... А, гли... У меня все это время было гли... Да, я не верю. Вы что, издева... Вы реально... Вы издеваетесь? У меня все это время была глина, и я умер, пожертвовал своей жизнью. Вот я дебил. Ну, хорошо, зато я сейчас попробую мамкин компотик. Опа, опа, компотик есть, компотик есть, смотри. О, кому компотик, горяченький, горяченький компотик из арбузов, ягод, ананаса и манго. Давайте заточим. Он увеличивает... Смотрите, ребят, что он сейчас сделал. Он увеличил нам шкалу голода. Вы это видите прямо сейчас? Это, конечно, все очень прекрасно. Я понял. Хорошо. Я бы сделал еще компотик. Если бы не просрал все свои вещи из-за глины, которая у меня находилась все это время здесь. Так, хорошо. Сок лианы есть. Лук я могу скрафтить прямо сейчас. У меня есть лук. Это чудесно. Но у меня, к сожалению, нету стрел. Я не знаю, как их сделать, потому что мне нужен камень. А камня у меня, конечно же, нет. Анжел! Я сейчас справлюсь за камнем. Не трогай меня, пожалуйста. Анжела, Анжела, Анжела. Не девушка, заноза в заднице. Анжела, Анжела, Анжела. Пожалуйста, не трогай меня, мы же хорошо с тобой ладили до этого, Анжелочка моя любименькая. Я просрал все свое снаряжение, просто все, что у меня было. Анжела, пошла в пень. Знаешь, что такое пень? Вот пошла именно туда. В пень. В пень. Пра. Пра. Я все буду добывать на всякий случай. Анжел, не вздумай. Не вздумай, просто не вздумай, даже не думай. Не думай, я ж не знаю, что я с тобой сделаю. Анжел, пожалуйста, пожалуйста. Я не знаю, где мне добыть камень, я его попросту не вижу. Я не знаю, где может... А, я видел рыбу. Опа, это камень? Это камень, да? Это камень, я большой молодец, я нашел камень. У меня есть 8 стрел. 8 стрел, конечно, очень даже мало, чтобы убить этого пернатого злодея. Но у меня нет другого варианта, просто у меня нет другого варианта. Анжел... Смотри, я сейчас отправлю еще за камнем. Не трогай меня, пожалуйста, не трогай меня, пожалуйста, не трогай меня, пожалуйста, не трогай меня, пожалуйста. Камень есть. 6 камня есть. Я большой, опять молодец. Хорошо справляюсь. А, сколько здесь камня. Как потрясну, как потрясну, как потряс... Собака суд... Анжела! Я ж тебя из дома выгоню. Вот, еще камень, еще камень, еще камень. Вижу еще камень. Анжел, не вздумай, не вздумай. Не вздумай. Не вздумай, я сказал! Подумай о наших детях! Которых у нас нет! А могли быть, если бы ты была нормальной, послушной женой, а не такой сволочью. Анжел, ёб твою мать, извините, пожалуйста, за выражение, но ёб твою мать, Анжел, ну успокойся. Нахлебала просто. Отстань. Не жена! Я даже не знаю, кто. Хуже акулы. Хуже змея просто. Как акула может быть хуже акулы, и как акула может быть змеёй? Ну, змея!
Камушек мы, конечно, добыли. Оп, оп, оп. И пластик. Давайте еще пластик возьмем. У меня есть пластик. Сейчас все ресурсы просто свои потрачу, но ничего страшного. И пластик. Оп, хорошечно. У меня всего лишь 24 стрелы. Ты подумала то, что мы с тобой мало срёмся, да? Ты реально так думаешь, Анжел. Поэтому ты решила еще уничтожить все, что у меня есть, да? Эх, матушку твою. Все, отправляемся на охоту! Я очень сильно надеюсь, что я могу его вздрючить. Смогу. Летающего этого мохнатого нашего другана. Только не говорите то, что он в этой серии пошел куда-то спать. Вот он. Иди сюда. Давай, давай, миленький мой. Сюда подошел, подошел, давай. Я тебя здесь жду. Ага, 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 ага. Он сел. То есть он сейчас там заряжается. Давай, миленький, я тебя жду. Прям на меня лети. Ты дурак? Ты можешь на меня лететь? Сюда, в стрелу. Прям всадись в нее сам. Что ты делаешь, конь Будулай? Ты прикалываешься, походу, да? Попал. Ай! Бежим. Ты ж собака, ты ж смотри. Я ж вроде как бы увернулся, да? Но он и так попал. Уворотливая задница. А еще и ночь наступает. То есть я должен еще и ночью, да, что-то видеть. Вот он там наверху. Иди сюда, миленький мой, иди сюда. Он не попал, и я не попал. Иди сюда, ну куда ты, ну куда ты? Ну иди сюда. Давай. Давай, 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 давай. Надо тебе еще и поспать. Иди сюда! О, арбузики, нормально. Па-па-па-па-па. Где ты? Попал. Не попал. Он тоже не попал. Валим домой, надо выспаться. Мы еще вернемся, дождись, пожалуйста, утра. Никуда не вали. А хотя, давай я тебе еще раз запиндолю. Увидеть бы, где ты сейчас будешь ночью. Я ничего не вижу. Попал. Попал. Я снайпер. Ты не с кем связался, дебил. А еще и Анжела кусает. Ну, конечно же, как без этого. Все, дайте выспаться нормально, пожалуйста. Не вздумай. Анжел, не будь сракой, пожалуйста. Не надо такой быть. Я не знаю, сколько раз по нему попал, и я не знаю, суммируется ли урон с прошлой серии, потому что в прошлой серии я тоже по нему раз 7 попал. Ну, примерно, да, если так считать. А-а-а! Никто не попал. И я мазила, и он мазила. У меня еще 18 стрел осталось. Ты в скалу прям залетел? У тебя там норка есть какая-то? Давай, 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 я тебя жду. Я не знаю, где ты. Ага, вот ты где. Чучело пернатое! Ядрёна мать! Я по... Это треска была? Треска это вообще-то рыба, а не птица, как я знаю. Или я ошибаюсь? Подождите, я поднял 12 пера, я поднял 4 сырые окорочка, я поднял... Сейчас я акулу Анжелу подниму, иди сюда, иди сюда. Иди сюда, иди сюда, иди сюда, я сказал! Не? Текай, ну текай с городу давай! И поднял голову трески. Я же могу ее просто так надеть и быть просто модником настоящим. Кстати... Я же могу скрафтить, подождите, мебель, где мебель? Я же могу скрафтить трофейную доску. Раз. И дайте я возьму еще. У меня есть, подождите, у меня что, реально нет больше? А, ничего страшного, сейчас добьем. Сейчас забабахаем. Па, 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 как можно больше дерева, пожалуйста. Хватает? Хватает, большая трофейная доска, валим обратно домой. Папа! Так, смотрите, трофейная доска, где? Ага, берем ее в руку и ставим, я не знаю, куда ее... Подождите, почему он не показывается, куда... Алло, алло, почему я не могу ее поставить? А куда... Чё за дичь, почему я не могу поставить? Мать твою за ногу, а... Ушла вон отсюда, ушла вон, нехорошая девочка. Может, это на стену нужно поставить, то есть, подождите... О, господи, опять не хватает дерева, да вы что, издеваетесь? Вы же знаете то, что я дойду до своей цели, вы же знаете то, что я
сделаю то, что я планирую сейчас сделать. Я ж срублю это дерево к чертовой бабушке. Пи! Ты опять здесь где-то, а? Ты опять меня караулишь? Не? Хорошо. Стеночка, 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 стеночка. Окей, давайте поставим тогда... Я не знаю, куда это можно поставить. Давайте поставим возле кровати, что ли? Или наоборот, где-то в другом месте. Ребятки, как вы думаете? Окей, давайте поставим возле кровати, вот сюда. Хорошо. Я надеюсь, что сейчас я могу поставить эту трофейную... Да! Вот, смотрите. Опа. Поставили. Хорошо. Сейчас снимаем эту гриву нашу. И ставим ее положить троска. Подождите. По такой логике, если следовать, я могу и Анжелку сюда запиндюлить, да? Но Анжелка уже старая кобыла, поэтому мы новую поставим. Опа, силфач сейчас бы замутить такой. И котик машет руками, и утка. Прекрасная жизнь, прекрасная. И я еще могу пожрать огромную рыбину. Жалко маминого компотика нет, он мне так нравился. Хоть я и пожертвовал своей жизнью, чтобы добыть глину, которая, оказывается, у меня была в сундуке. Да. Ребятки, каждому по рыбе, каждому морских приключений, каждому в жену акулу Анжелу, это для мальчиков. Для девочек в жены этого пернатого, мохнатого, курносого нашего друга. Я скажу тебе огромное спасибо за морские приключения. Если в рафте выйдет новое обновление, я, конечно же, запи... Я почему я так разговариваю? Вопрос. Если в рафте выйдет новое обновление, я обещаю то, что я сразу же запилю продолжение. Оно вышло, мы сразу же сделали две серии, нашли этот остров и убили босса на этом острове. Ходят слухи, то, что еще где-то валяется заброшенный самолет. Я не знаю, правда, есть ли он на этом острове, я не знаю, правда, можно ли с помощью этого самолета куда-то улететь. Но ждем обновления. Оно выйдет, я обещаю то, что запишу новую серию. Акулка Анжелка опять у нас заплыла почему-то в остров. Давайте мы с ней тоже попрощаемся, акулка Анжелка. Вот смотри, что это курносая творит. Смотри, она просто плавает под островом. В острове плавает. Ну, в текстурах! В текстурах! Ну ладно. Ждем акулку Анжелку. Я тебе скажу огромнейшее спасибо за просмотр. Ставь лайкусик, подписывайся на канал, если хочешь продолжения. Всем удачи и всем пока! Хуе, Анжел, хуе! Иди сюда, собака! Нет!